Done. We love Britain! We love Britain! We love Britain! Как ты не знаешь текст? Это гимн. Володь, почти сделали. Осталось загнать. Совету! Вся власть британскому совету! Вся власть британскому совету! Шагалин. Эта организация не имеет никакого отношения к шпионажу, и все это на самом деле банально паранойя, которая может быть не совсем понятна на Западе, но мы-то знаем, что Владимир Путин начинал свою профессиональную карьеру с Дрезденского дома дружбы, где он работал агентом КГБ. Вероятно, он полагает, что все такие государственные организации за рубежом занимаются вместо культуры шпионажем. Мы надеемся, что наши власти, и Путин, и Медведев поймут, что они не могут бесконтрольно додавливать последние ростки гражданского общества, и что пусть даже немногие люди, но они будут продолжать реагировать на все происходящие подобные события. Путин, учи английский! Путин, учи английский!